Добрый вечер всем любителям Доты, с вами Юнит, и мы сегодня собрались, чтобы посмотреть замечательное зрелище, замечательную жару, которую нам готовы устроить команды, потому что прямо сегодня стартует на нашей трансляции Main Group Stage про серии Лиги StarLadder. И первый открывающий матч — это столкновение, это клэш команд Troublemakers и коллектива Монкаган. Монкаган выступает по тегам 12-1, поэтому не путайтесь. Вот Radiant сверху — это Troublemakers, и внизу Монкаган, ребята, представляющие лягушку ПП со стволом. Драфты. Что происходит? Мереска, Тренд Протектор и Визаж забанены от 12-1, они же Монкаган, и Troublemakers избавились от Enchantress, Некрофоса и Винтер Виверны. Первый же выбор для них — это Vengeful Spirit. Ну и мы можем сразу увидеть, что запрещается очень и очень неприятный персонаж в виде Enchantress, потому что когда ты стоишь на сложной линии, когда ты даешь каким-то образом получить ей четвертый уровень, у нее имеется второго уровня Natural Attendance, у нее имеется второго уровня Untouchable, и с этого момента ты не знаешь, что делать с этим героем, потому что едва ли можно достать такое количество бёрст урона, чтобы можно было с ней что-то сделать. 12-1, Мукаган уже заходит на дополнительное время для выбора первого героя. Ребята размышляют основательно. И это Феникс, это один из сильнейших хардлейнеров в данной мете. Это персонаж, который либо отправляется в бан, либо берется одной из команд. То есть здесь для него вариантов нет. Такой же горячий пирожок в этом плане кентавр, его раннер, который постоянно появляется. Реже видим таких персонажей, как Пангольер, например, либо Abyssal Underlord. Но вот Феникс — это топ-1 хардлейнер, наверное, сейчас. Ну вот наряду там с Enchantress, с кентаврами, вот этими всеми ребятами. По одному герою уже взято, хорошо. Troublemakers начали немного так, более классически, что ли. Они берут себе персонажа вспомогательной позиции, позиции поддержки. А 12-1 решили начать с хардлейнера. Время для второго выбора для них же. И пойдет вторая стадия банов потом. Видим мы, что преобладают баны суппорта в самом начале, естественно. Потому что, опять же, принято как-то... Чаще команды берут в начале их, поэтому в первые баны запретить суппортов, чтобы их не взяли в первые пики. Логично, согласитесь. Но вот бан Визажа интересный. Возможно, Монкаган каким-то образом изучали игры Troublemakers. И имеется информация по поводу того, что одна из сигнатурочек, одна из заготовочек — это коллектива Teammakers. Поэтому избавятся они от этого героя. Ну, Рса, да, без нее никак. Без нее, безусловно, никак. Потому что один из самых пикаемых героев сейчас, на данный момент, стоит там, не знаю... На легкой линии, естественно, по умолчанию может пойти в какую-нибудь очень и очень сильную даблу, в сложную. Но если совсем плохо, если вы играете паблик, то можете увидеть на позиции лесника медвежонка. Он, в принципе, там тоже себя прекрасно чувствует. Сейчас ребята, я думаю, берут его на первую позицию, соответственно, пойдет в легкую линию с Vengeful Spirit как минимум. Возможно, какая-то трипл лейн будет, но Винка плюс Урса — это выглядит уже очень и очень мощно, потому что за дизейбл в виде Magic Missile плюс Way of Terror Урса просто раздерет на куски своего соперника, и там 3-4 стака Fury Swipe — все, это конечное. Ты ничего не сделаешь. Там, естественно, есть Феникс, но при должной выдержке, при хорошей реакции можно просто этот Икарус Дайв с помощью Magic Missile сбивать моментально и фрагети делать. Это, естественно, требует исполнения, это, естественно, требует концентрации от Vengeful Spirit. Но здесь команды собрались, чтобы играть за $2000. Здесь без этого, в принципе, никак. Поэтому надеюсь, что все получится. Spirit Breaker — второй выбор для Монкаган. Берут они четверочку. Ну, роумище Spirit Breaker, ну, типа такое, довольно редкое зрелище, скажем так. Ну, может быть, пойдет как раз вместе с Фениксом в сложную. Если это 2-1-2 четкие, то окей, без проблем. Если это прям роумище, ну, он, естественно, полезен, но в таких продотовских, я бы сказал, драфтах появляется этот персонаж на данной позиции, тем более редко. Редко. Следующие баны, посмотрим, от чего избавились коллективы. Troublemakers на скамейку запасных отправили Вивера плюс Патму, а Монкаган забанили Пугну. Пугна тоже такой интересный персонаж. Есть коллектив, который мы с вами часто наблюдаем, Magic Hands. Ребята любят ее на first пик брать и там уже плясать дальше, потому что перманентный пик Пугны, который пойдет в сложную линию вместе с каким-то другим персонажем, это уже неплохой залог начала драфта. Неплохое начало формирования вашей дальнейшей стратегии. Пятая позиция для Монкаган сейчас была выбрана. Это Shadow Demon. Тоже
пропал с наших экранов. Последний патч. В прошлом видели мы этого парня очень-очень часто. Сейчас на первый план выходит, опять же, Vengeful Spirit. Скарис Маг часто появляется. Варлок условный, потому что крайне силен, потому что есть банды плюс голем. А эти банды еще апаются с помощью таланта на 10 уровне. Поэтому персонаж очень-очень силен. Но мы видим, что конкретно на него сейчас никакого внимания команды не обратили. Периодически еще появляется Дизраптор, но это тоже посредственность. Вот так же, как Shadow Demon, в качестве исключения появляется периодически. Но по пикрейту не конкурируют с выше озвученными персонажами. Только-только на дополнительное время коллектив Troublemakers зашли. И сейчас буду думать, что же взять себе на троечку. Можно взять суппорта четвертой позиции, до сих пор доступна эта опция. Урса берется сразу, потому что... Ну, потому что она классная, потому что ее все берут, потому что она сильна практически там, против всех героев, прекрасно себя чувствует. Если совсем все печально и слишком много контроля у соперника, собирается Ганим Скипетр, в остальном чувствует себя замечательно. Дайте пофармить, дайте забрать Рошана после появления Морбид Маски, и все у вас пойдет замечательно. Появляется Даггер, появляется Башер. Баши с первого удара — это, в принципе, не теория заговора, это не скрытый пул. И можно так ваншотить совершенно спокойно своего соперника. Если там, конечно, не какой-нибудь противный, ну там, не знаю, навскидку пак какой-нибудь, Шторм Спирит, которые просто моментально от тебя улетают, но это уже совсем другая история. А Тайни для Troublemakers, ну, скорее тройка, да, нужно нам второго персонажа, который пойдет вместе с Сини на сложную линию, чтобы они там шорох наводили и мешали фармить вражескому кору. Но, в принципе, тоже неплохая история, потому что есть проказ, потому что больно бьет с руки, вот таких два жирных параметра уже работают для Тини, поэтому чувствовать себя на линии хорошо. Главное запастись Кларити, главное запастись манго, либо брать фастовый соло-ринг, чтобы мана всегда была, потому что после двух способностей монопул Тини становится пустым. Дальше четвертый выбор для Монка Ган. Забанили они также Сайленсера по ходу дела. Ну, Сайленсер не знаю. Вот, ребят думали, наверное, что в качестве второго суппорта Troublemakers его выберут. Пока непонятно, что хотят делать ребята. Возможно, это вообще какой-то отыгрывающий саппорт Тини роумищей. Как знать. Все-таки Dota — это такая игра, где ты очень гибко можешь формировать свои стратегии, свои драфты. Поэтому не удивлюсь, если какую-то такую историю ребята из Troublemakers приготовили и натренировали. Четвертый выбор для Монка Ган — это Razer. Ну, Razer, я крайне скептически отношусь к этому персонажу, на самом деле, потому что, ну, прям очень много лузает, вот прям очень много лузает, даже на мейджерах, на больших турнирах в профессиональной доте, когда берется этот персонаж, он даже аналитиками никогда хорошо не комментируется. Здесь, безусловно, здесь есть Урса против Урса, Razer, окей, должно замечательно работать, типа милишник, все хорошо, история понятная, особенно... Если бы он пошел на ту же линию, где стоит Урса, ну, Урса пойдет, получается, Radiant, значит, он пойдет на низ, а Razer, скорее всего, на мид пойдет, либо на core слот. Либо ребята решат свапнуть линиями Монка Ган, я имею в виду, отправить Феникса против вражеского хардлейнера, ну, там, Тини плюс один вместе со спиритбрекером, возможно. А Razer отправить сложную, и чтобы он там встречался с Урсой, чтобы он там высасывал весь дэмэдж и чувствовал себя замечательно. Мидер, кстати, нет, не мидер. Это слишком громкие слова, слишком громкое заявление. Это может быть еще и суппорт Лина от Troublemakers. Вот Лина плюс Vengeful Spirit выглядит очень-очень мощно. Очень много нюков, очень много дэмэджа. Это будет больно. Ты, в принципе, получаешь в лицо стан, ты, в принципе, получаешь в лицо Лагуну Блейд, и тебе дальше в доту-то играть не хочется. Хочется разбить шмотки и выйти, потому что цифры будут колоссальные вылетать из способностей персонажей Troublemakers. Нюков очень-очень много. Таким похвастаться Монка Ган не могут. Здесь больше периодического дэмэджа. Здесь есть такие полезные штуки, как Soul Catcher в первую очередь, потому что Shadow Demon будет бросать вторую способность. И вот этот весь прокаст Феникса, все вот эти дебафы, горения от спиритов, там Sunray и так далее, это все будет очень-очень больно отражаться на соперниках. Но другого Burst Damage как такового нет. Есть условный плазмофилд у Razer, но одной способностью сыт не будешь. Поэтому такое. Last баны команды сделали. Monka Ган избавились от Оракла. Как last, ну, типа думали, что Лина мидовая, хотя она все еще может пойти на мид, и это не суппорт. Ну, как знать. А Troublemakers отправили в бан темпларочку. Темплар Ассасин.
тоже думают, что, как и я, что Razer пойдет на одну из линий, либо на слот кэрри, либо в сложную против Урса. И на центр до сих пор у Монка Ган персонажа нет. Решили они, что пора бы избавиться от темпларочки. Все правильно. Монка Ган здесь предсказали ситуацию с точностью. Лина пойдет в центральный коридор, и Цемочка суппорт на ласт пик. Ну, Цемочка, да, тоже такая лакомый кусочек, потому что Ice Frog ее апает, Ice Frog повышает вот эти цифры урона на первой способности, и, ну, ее просто всегда хочется взять. Ты даешь всей своей команде замечательную ауру регенерации маны, и практически постоянно забрасываешь соперника огромным количеством урона, еще и замедляешь. На линии крайне полезно. Другие персонажи, которые стоят где-то там на карте в миде, либо в сложной линии, тебе тоже всегда говорят спасибо, потому что мана не кончается, и можно использовать способности снова и снова. Так, ну, пока стадия планирования, я просто расскажу немного о командах. Монка Ган, честно говоря, встречаюсь с ними впервые. Ребята вроде бы играют в лиге StarLadder, играют рейтинговые матчи. Сейчас скажу общее количество матчей. Всего 10 матчей, победы 4, поражение 1 и ничьих 5 получается. Ну, винрейт вот такой. Last pick для Monka Ган — это Windranger. И очень быстро, в двух словах, о команде Troublemakers. Довольно стабильный, довольно известный коллектив, которые играют на всевозможных СНГ и европейских турнирах. Видели мы их недавно на ESL, как же он назывался, Go for Dota Cup, вот, на 200 евро. Там Troublemakers играли, и, насколько я помню, возможно, даже выиграли. Где-то я потом читал, что да, кажется, они победили в этом турнире. Там мы наблюдали за Magic Hands, но у ребят не сложилось, и вот как раз Troublemakers, по-моему, этот мини-турнир и выиграли. Поэтому ребята крепко закрепились на дот-сцене. Надеемся, что и у той команды все будет замечательно. И напоминаю, что команды ведут свою борьбу в этом групповом этапе за $2000. И очень важно выигрывать матчи. Встреча происходит в формате Best of 1. Я же ничего не путаю. Сейчас зайду, альтабнусь, уточню, чтобы вас тоже в заблуждение не вводить. Так, одну секундочку. Да, да, встречи идут в формате Best of 1, как и в закрытых квалификациях в Pro-серию, которые уже прошли, которые мы с вами уже посмотрели. Здесь все то же самое, команды набирают очки, они либо выигрывают, либо проигрывают, и путевка в следующий этап формируется из количества и места в группе команды на данном этапе. По-моему, еще один групповой этап будет, второй, и дальше уже плей-офф, дальше уже буду сражаться в сетке лучшие из лучших. Никаких групп, только игры на вылет. Итак, мы начинаем, друзья. Пауза моментально ставится. Традиционная, сладкая, любимая. Частенько мы ее видим. Да, целуют ребята эту паузу. Возможно, какие-то технические неполадки с одной либо с другой стороны. Либо это просто дефолтная история. У кого-то на самом деле лагает дота. То есть кто-то действительно играет на не очень производительных компьютерах, на не очень производительных машинах. Поэтому бывает такое, что приходится в начале каждой катки ставить паузу и там, ну, условные там 10, 15, 20 секунд отводить на то, чтобы компьютер понял, что игра запущена, что можно уже не лагать, чтобы все текстурочки прогрузились. И с комфортом можно было идти и разбираться, что там по поводу баунти, по поводу выхода крипов и так далее. Пауза отжимается. Так, все, окей. Продолжаем. Ну и посмотрим, кто на ком будет играть. Быстро. Hurricane. Сокращение значит Hurricane. Меня дважды предупредили. Я теперь на 100% запомнил. Crystal Maiden. Пятая позиция. В центр пойдет Nothing to Lose. На линии. Вторая позиция. Вниз идет фармить Урсич от Рицу. И на топ дабла от Face Driller Тини. И помогать ему здесь будет Vengeful Spirit, на который исполнит Broke But Cute. Ваши аплодисменты команде Troublemakers. Здесь их оппоненты уже поджидают в смоках. Razer увидел соперника. Vengeful Spirit пока ничего не прокачал. Ни стан, ни Wave Terror. Вард ставится. Вард ставится от Vengeful Spirit. Наверное, Razer должен был понять, что происходит. И дать сигнал своему суппорту, чтобы Вард уже сюда нес.
Оппоненты, друзья. Команда Монка Ган. Диди будет играть на Рейзере, фармить в легкой линии. Помогать ему будет Кандёр. Французское слово, вроде бы. Написание, по крайней мере, точно. Нападение по Рейзеру. Кстати, может отъехать моментально. Тини насыпал. Нет, Тини не насыпал. Тини два раза по лицу дал с дерева, поэтому очень и очень больно. Кандёр. Пятая позиция. Shadow Demon. В центре на желтом, таком коричневом слоте Miracle. Wind Ranger. И на боте дабла... Такамура, Феникс плюс Баратрум от Краймор. Начинается, все начинается. Ильца подходит за руны, не отбирает в итоге. Краймор дает стан, окей. Главное отсюда теперь убежать, замедление от цемочки работает. Фьюрис Вайп стакуется, уже 4 стака имеется. Дружище, ты можешь отсюда и не уйти. 2 секунды разбег, и нужно будет на другую линию бежать, потому что иначе очень и очень неудобно будет. Крипов пока нигде не видно, поэтому просто пытается Краймор пешочком убежать. У цемочки не хватает мувспида, да, вот теперь на чарже уходит отсюда. Четвертая позиция команды Монка Ган и без первой крови пока. Пока красная жидкость на поле боя не проливается. Мы видим, кстати говоря, замечательный сентрячок здесь стоит от Дайер. И Монка Ган здесь увидит обсервер сладкий, который на хайграунде расположен. И как только Миракл поднимется, да, он его срубает. Подрегенится за счет того, что Тангусом его съел. Все очень-очень приятно. Заработал еще больше экспы. Заработал побольше денег. Здесь все нормально. Пока мидеры обмениваются любезностями. Пока мидеры тычкуют друг в друга без проблем. Сейчас будет интересно всего наблюдать за крипстатами. Получится ли у хардлейнеров заруинить фарм коров соперника. Потому что это основная роль. В общем-то, чардж отменяет бара. Потому что летел на Хьюкейн. И там цемочка была уже слишком далеко. Было опасно. Краймор, похоже, сходил отрегенерился. Имеется у него в инвентаре смог. И орба феном. Зачаток на агрессивную игру на линии. Нужно будет вместе с Такамурой что-то придумывать. Пока Урса стоит соло, почему-то ребята никакой агрессии не устраивают. Пытаются линию держать на месте, пытаются слишком сильно ее не пушить. Рицу занимается тем же самым. Сейчас крипы заходят под вышку и очень неприятно, потому что спушатся они в ту сторону. Хотя отвод работает. Поэтому, в принципе, все будет окей. Главное сейчас двойной сделать, да, все получается. Ребята из ДР находят всю эту ситуацию. Все эти делишки, которые Харрикейн сейчас пытается провернуть. И здесь Экспириенс тоже будут забирать, тоже будут пытаться ласхитить. На топе в это время далеко очень забегает Vengeful Spirit. Видим мы, что без мана уже Рейзер. Пару раз с дерева получил по лицу. Имеется уже Тос, Тини и Винга. Винга еще первый уровень, Тини уже второй. Так, ну вот пошел фейс-дриллер. Бурить лица соперников. Добивать крипов не особо получается, но не дает он расслабиться Рейзеру в том числе. Потому что мы видим всего лишь 8 на 4 крипстат. И Урса где-то на боте разобрался с Фениксом. Все-таки не получилось отойти. И Карус Дайв, по всей видимости, был в перезарядке. Либо колбочка, наверное, в лицо получил. И такая сладкая традиция пропустить First Blood, она все еще в силе. Ну, Краймор, кстати, опасно играет. Работает торф-шок, замедление пошло. Слишком много дебафов. Краймор на развороте разбег. Дружище, ты никуда отсюда не уйдешь. И это второй убийство для Трабл Мейкерс, они действительно устраивают проблемы для сложной линии оппонентов. На топе загулял немножко Тини. Тос полетел хорошо, практически под вышку. Стан есть, Wave of Terror, дружище, ты никуда отсюда не уйдешь. Естественно, Face Driller, по нему работает разбег бары. Краймор сюда прибегает практически под вышку. Получает один снаряд от нее в лицо и отходит назад, потому что без маны Shadow Demon, потому что Разор уже погиб, сейвить некого. Ну и смысла драться дальше, естественно, тоже нет. Третьего уровня Тини. Все три скилла в единичку, чтобы был дизейбл, чтобы было побольше всяких прелестностей, которые можно было бы кинуть в соперника. Урс пока без маны, просто дает первый, замедляет, дает понять, что Такамури стоит здесь быть аккуратным. Хотя Харрикейн может очень сильно пострадать, у него есть 4 заряда стиков. Окей, задоджил одного спирита, замедление от первого, ну и просто на Икарус дайвись. Отсюда, естественно, Феникс уходит. Бар ушел на топ, здесь Фене будет очень-очень сложно. Сейчас ЦМК летит сейвить на мид. По всей видимости, Лина ушла. В итоге заморозка по баре. Нужно еще что-нибудь закинуть. Первый спел Лина. КД 1 секунда. Надо попробовать достать. Достал! Хорошо. Хорошо. Nothing to lose. Четвертое убийство для Troublemakers. У них все очень-очень круто. Четвертая минута подходит к концу. 2000 за Radiant. Пока, ребят, себе основание такое экономическое формируют. Все у них круто. Вот у Тини только дела не очень идут, но тут фласочки имеются, поэтому все окей. Запас маны полный. Можно просто подойти, можно просто попробовать Shadow Demon'а забрать, потому что у него маны нет ни на Disruption. Soul Catcher вообще, кстати, не качается, чего я искренне не понимаю на всех Shadow Demon'ах. Типа в единичку. Ну, сейчас Avalanche полетел. Тос немножко неудачный, хотя попытка неплохая. Рейзера здесь не цепанули, ребята.
Количество дэмэджа, которое дает тебе Soul Catcher, это вообще какие-то запредельные цифры. Сейчас под натиск кондёр попал, с дерева получил в лицо, опять отошел, тот с него полетел. Безопасно пока, высасывает весь дэмэдж из тени DD. Пошла атака дальше, в крипах стоит, застрял там немножко. А дальше ничего не будет. Хороший вейв террор разбивает Clarity Shadow демону. И все хорошо. Есть пока, ребята расходятся. Вингастан есть, Wave Terror есть. Маны на второй не хватает, Face Driller подходит. Хороший дизрапшн, пока можно попробовать забрать хотя бы Vengeful Spirit, она бежит. Тос полетел, нужно делать буквально два удара. Там работает регенерация от фласочки, поэтому уже, наверное, не получится. Два заряда, Poison Touch висит. Винга может от яда просто погибнуть. Так и происходит, хороший эвилдж. Face Driller мог бы забрать даблкил, если бы было в руках хотя бы дерево. Там тос, что угодно, но ни маны, ни дерево в лапах не оказалось. Поэтому неаккуратно здесь, ребята подействовали и потеряли в итоге Vengeful Spirit, не забрав никого. Отошли весь топ-лейн команды Monka Gun на Шрайн. Потригенится, восстановится и дальше пойдут в атаку. Четвертого уровня они, в то время как оппоненты Vengeful 4, 3, пардон, и тени уже четвертого. Готовы грежиные стики, только нужно их еще принести. 4-2 счет, получилось два убийства все-таки в свою копилку Monka Gun отвоевать. Crystal Maiden третья, имеется вард в инвентаре. Может быть, пойдет обновлять в вард мидеру, хотя нет, тут свеженький стоит, у Лины все хорошо. Видимо, что по крипстатам Лина своего оппонента переигрывает. Переигрывает очень серьезно, 40 на 12 против 26 на 3. Но это действительно серьезный перевес, когда мы говорим о центральном коридоре. Там 10 крипов, это уже результат. Это уже можно сказать, что ты мид выиграл. А тут пятнашка плюс на боте. Enrage, еда, Рицу разделывается сейчас со Спирит Брейкером и кое-как там выживает Феникс. Совсем на лоу хп отошел, только за счет Икарус Дайва, по всей видимости, выживает. А у Барри, к сожалению, есть только вариант атаковать. Отойти он никак не может, на боте драка, это уже дабл килл. Хорошая перетяжка от Лины. И Митер Траблмейкерс разбирается с топ-лейном. Говорит, ребят, пришел, помог, ломайте, продолжайте. Показал как надо, попробуйте так же. Глиф включается, Monka Gun прилетают на защиту, еще сейф ТП от кого? Еще сейф ТП от Барри, поэтому чардж может быть использован. Видимо, что стоит хороший вард, здесь будет видно как минимум тени, но, к сожалению, так быстро приближаться к сопернику, как Баратрум, не могут больше никакие персонажи. Ну, конкретно на этой линии Shadow Demon бежит пешочком, Razer бежит пешочком, поэтому такая себе история. Так, куда делся Барыч? Куда делся Барыч? Лина погибает на... А, он Барыч вот туда и делся, кстати говоря. Миракл здесь потрейдился здоровьем, но получилось убить оппонента. 3000 все еще за тиммейкерс. Краймор ищет следующую цель, по всей видимости. Тапочек в инвентаре. Урбофеном тоже готов. В смоках стоит сейчас. Ну и, возможно, хочется второй раз на Линус охотиться. Здесь Харикейн стоит. В итоге побежал куда? В итоге побежал на топ. Взял чардж на Тини. Тини половина хп, имеется Эвеланч, поэтому на подходе можно засыпать гречки. Бежит Бара. Пока ребята не подходят, в смоках его вообще не видно. Растолкает сейчас всех, попадает также по Vengeful Spirit. Нужна поддержка, ребят. Почему вы бьете грибов под вышкой? Кондёр! Disruption не включается, окей, нажал. Можно продолжать, Краймор 4 секунды до следующего чарча. Там 3 заряда Poison Touch на Face Driller. И 4 полетел, но было бы зарядов 6, даже, возможно, убил бы. Этого, скорее всего, будет недостаточно. Сейчас посмотрим, сколько дэмэджа пройдет, пока дотикает заряд. Хотя нет, 5 навесил, 5 тоже опасно. 150 хп остается. Остается 150 здоровья всего лишь. А драка за ДД подбирает все-таки Миракл, эту руну замечательную. И сейчас под фокус фаером можно лицо-то и разбить. Удачный шейкл-шот, может быть стан-бары. И это конечная остановочка для лица Лины. Поэтому нужно быть здесь аккуратней. В ботл помещает митер команды Monka Gun эту руну. Поэтому в случае чего сможет воспользоваться в любой момент. Нужно это обязательно иметь в виду. Топ-1 крипстат на карте Урса. Атака в это время пошла по Рейзеру. Присасывается, кстати, клинком. Дэмэджа получит очень и очень много. Нужно попробовать за это время забрать. В это время разбег бары. Прилетает он сюда еще. Феникс подошел, окей. Но с двумя-то, ребят, вы здесь разберетесь. 4 героя против 2 уже. Минус синяя. Нужно догонять Avengeful Spirit. Пацан на ней попадает. Здесь Чулина на подсеве. Харикин подошел. И, ребята, дальше не пошли. Ребята довольствуются убийством Тини, понимают, что слишком много героев за спиной у этой сладкой винги, и продолжать они не стали. Лина 8 уровня по крипстату, ну, обогнала, что-то еще можно сказать, 54, 13, 47 на 7 всего лишь у Миракла. 10-я минута.
Переключаемся на общую стоимость героев. Видим, мы картина примерно похожая. Первые две позиции — это коры команды Troublemakers. Ну, тени опять. Фейс-дриллер, агрессия. Хороший тос назад. Тут еще ребята помогут. Заморозка пошла. Работает ультимейт Рейзера. Этого недостаточно. Краймор без чарджа. 7 секунд. Нужно бы чем-нибудь подостановить. Но никаких дизейблов больше нет. Все на перезарядке. Колбочка появляется только сейчас. Magic Missile, соответственно, тоже. Vengeful Spirit замаксила. Все-таки Way of Terror. Поменьше армору у соперника, побольше шансов выиграть драку. Известная поговорка славянская, древняя, фольклорная. И готова урна. Урна теней есть. А тут натыкается на интересную компанию. Тэп-аут моментально от Харрикейна. Говорит, чувак, сори, я отсюда, пожалуй, улетаю. Параллельно Феникс погибает на боте. Под ДД Миркл попытался с Харрикейном разобраться. ЦМ-очку забрать не получилось. Кстати говоря, прилетела она, по всей видимости, прямо в лапы в Эрке. Тэп-аут был практически вслепую. Слины-то где разобрались? А, Слины в миде. Она здесь дотикала от кого-то. Это Миркл с ней разобрался все-таки под ДД. Да, да, Миркл здесь не разобрался. Это сейф ТП было. Это было не предательство оценки, это было сейф ТП, друзья. Вся, все, амнистия для суппорта команды Troublemakers. Hurricane здесь полностью оправдан. У меня, к сожалению, нет этого судейского молоточка, чтобы тукнуть по столу. А здесь он не кидал тиммейта, он помогал кору. Это куда важнее. Shadow Demon скоро ультимативная. Максится все-таки Poison Touch. Если он решил играть так. И с Demonic Purge'ом будет куда интереснее. Будет очень сильное замедление. Будет больше возможностей для Razer высосать дэмэдж с помощью статик лика. Это тоже очень и очень важно. На боте Урса пока продолжает фармить. Лицу мы видим на первую позицию по нетворцу выбился. Там Miracle немножко своего оппонента по центральной линии обогнал. Фейзы есть. 10 уровень. Взял талант на плюс 1.75 маны в секунду. И буквально 30 золота осталось до даггера. Буквально 30 золота до даггера. И можно наводить шорох. Можно начинать прессовать. Можно начинать прессовать. Ну, пока ребят взяли паузу, ребята умерили свой пыл, решили пофармить леса. Урса мирно стоит на линии, взял себе все-таки... ну, блин, себе сейчас принесет с базы, решил в боковой не покупать. Может быть, готовит неожиданное нападение на Феникса, потому что... Хотя, с другой стороны, ну какое оно будет неожиданное? Башера нет, ты в любом случае успеешь прожать яйцо либо Икарус Дайв. На топе очень масштабная драка, кого-то еще цепанули, стан тайминговый. И Nothing to Lose, второе убийство подряд. Ребята сейчас будут выходить на вышку. Практически не поцарапанное здесь тир-1 строение у Монка Ган. Поэтому с самого начала фейс-дриллер вместе с Линой будут его здесь разбирать и демонтировать. Ну и замечательные начальные вот эти деньги, которые так разгоняют команду, будут заработаны, вероятно, если ребята не отойдут. Переждали глиф, да, будут продолжать. ВРК все еще находится в центральном коридоре, пока перетяжек каких-то качественных не было. Имеется Джавелин, и через 1000 золота появится уже Мейлшторм. На топ летит ВРочка, окей, там атака в это время по Рейзеру, Диди оказался не там, нигде нужно. Миракл, хороший шейклшот, ребят, задизейблите, пожалуйста. Дэмэджа слишком много, лицо ломается у Nothing. О, больно. Больно, неужели ни у кого ничего не было? Колбочка просто не используется, окей. Заморозили барон, здесь не попал. Имеется Незер Страйк. Харрикейн точно должен отправляться в таверну, хотя пришел на подмогу Рицо. Пока Инрейч не включается, нужно будет, наверное, подрубить, потому что иначе очень и очень больно. Ультимейт от Феникса. Феникс будет всех станить, а здесь никого не осталось, кроме Урса. И это крайне неудачная драка для Troublemakers. Минус 4 всего лишь... Нет, не всего лишь Shadow Demon, там еще до этого Razer погибал, он только что появился. Но все равно 4 в 2, вы отдаете два своих самых дорогих персонажа. Это Лина плюс Урса. Ну и вот этот конвейер, который мы так часто видим, который команды бывают на эмоциях не контролируют. Вот эта подмога, сейчас помогу, давай на развороте. Это сейчас погубило в рамках этого замеса команду Troublemakers. Ребята не смогли как-то это все синхронно начать. Не было кэрри рядом, что самое важное. Там, конечно, тоже кэрри не было рядом, потому что он сфидил в самом начале. Но как-то... Я вот не знаю, почему по Мириклу никакого контроля не прилетело. Вроде ВРК бегала там, не знаю, секунды 4 точно. Стреляла в бедную Лину-то. Она там даже побежала, попыталась замансовать где-то в лесах. Ну, ни колбочки, ничего не прилетело абсолютно. Мана у Цемки была. Вопрос с кулдаунами. Кулдауны я не успел посмотреть. Если на перезарядке находилась вторая способность Hurricane, то без проблем. То второй раз оправдан. Здесь прям все обвинения в ЦМ-очку летят. Так, ну что, на боте тучи сгущаются или нет?
Лина пытается за счет нюков, за счет спеллов пофармить. Имеется Юла в инвентаре на 10 уровне, плюс 30 к урону, естественно. Хотя плюс 125 к дальности способности неплохо, но 30 к урону слишком сладко, когда ты митер, когда ты в том числе планируешь наносить дэмэдж с руки. Там в перспективе Shadow Blade и всякие кристаллисы Блаторны появятся, поэтому очень и очень больно будет. И эти 30 дэмэджа в том числе зарешают. Потому что если просто взять 30 дэмэджа и взять множитель критического удара, получается уже очень и очень сладкая цифра. Shadow Demon отходит под вышку. Замакшен уже Poison Tide 4 уровня. Свап будет или нет сейчас по Shadow Demon. Понимает, что происходит. Пока Demonic Purge не используется, Miracle в спину выходит. Юл по нему работает. Нужно будет дать тайминг и встан, пока не получается, потому что Лина рядом нет. Полетел Magic Missile Бару. Бара должен отлетать. Хорошо, Лагуна Блейд полетел именно в него. Видно Вингу. Винга горит от Санрея. Параллельно разбираются с темочкой. Все-таки загнали здесь Hurricane. И дальше драка продолжаться не собирается. Феникс подбирает руну. Разменялись ребята суппортами. Всех все устраивает. Miracle пошел дальше. Там имеется Focus Fire. Гречка мимо. Фейс Дриллер не доиграл. Даггера пока никакого нет. И это халява для ВРечки. ВРечка начала косить. Моментально реализовывает полученный Майлшторм буквально минуту назад. И начинает повышать свой нетворс. Вот убийством вот этих вот сладких булок в виде суппортов. В виде Vengeful Spirit, CM-очки, которые отлетают просто там, за 4 секунды. Несколько раз прокнет молния и так далее. И до свидания, CM. До свидания, Vengeful Spirit. По вардам, какая ситуация у нас с обзором? У Radiant есть контроль Рошана, контроль верхней руны. Это для мидера было, скорее всего, поставлено. У Дайер замечательная информация по поводу нижней части, по поводу района тир-1 вышки Radiant. Там кто-то на хайграунд поднимается, тени видно. Разбег пошел, Бары сейчас будет помогать. Диди присасывается. Ну, дружище, ты зашел не туда. Здесь и соул кетчер, здесь вся история. Рицу подходит на подмогу. Хорошо, Вейстрейлер пока все еще выживает. Опять ставится яйцо. Такое ощущение, что он без кулдауна. Инрейдж используется. Рицу просто отсюда ротируется. И понимает, что драться дальше смысла никакого не имеет. Опять теряют одного персонажа Troublemakers. И не получается здесь выгнать для себя подраться. Vengeful Spirit погибает. Попала в лапы ВРечки прямо на шрайне. Такой ласт-хит мощный с помощью этого фонаря от Краймора. Ну, на миде, по крайней мере, вышка упала. По крайней мере, Nothing to Lose это все время использует. Он себе практически добрал Shadow Blade. И с получением ШБ уже будет как-то поинтереснее инициировать, поинтереснее делать соло-киллы. У тебя уже есть замакшенные все способности практически. Ну, вот Laguna Blade в 3 будет вообще замечательно. У тебя будет Shadow Blade. Моментальная реализация 100% должна иметь место, когда у соперников нет информации по поводу того, что ты вообще там собираешься какую-то инви сделать. Потому что до того, как Клеймор купила Лина, она уже ушла фармить, и уже ее видно не было. Ну, если только ребята не чекают инвентарь мидера, пока он там пушит вышку в центре, а они все дерутся. Если чекают, то они сверхразумы. Но в остальном по Лине информации пока немного. Вот буквально несколько секунд имеется, пока она крипов бьет, чтобы зачекать инвентарь, и все. ШБ появляется, моментальный смог разбит, и вместе с Вингой они сейчас пойдут искать фражинку, пойдут искать вкусный кусок мяса. Кстати говоря, барабаны уже имеются у Breakout Cut. Ну и рядом находится Диди. Диди может поплатиться за свою неосторожность. Видно двоих, нужно будет кого-то дизейблить. Подблочили Краймора, должен понимать, что происходит. Активирует пассивку, Юл пошел в рейсер. Стан тайминговый, все замечательно, ну два стана. Дружище, ты ничего не сделаешь, свап хороший. Разбег сбивается, Незер Страйк все-таки полетел. Венчерфул Спирит, ее можно попробовать зацепить. Мимо Икарус Дайв, Санрей включается. Такамура, но здесь еще подходит Миркл. Поэтому навряд ли с Мирклом все-таки получится драться. Хотя Такамура практически погибает, Юл использует, только это его и спасает. Ну и сейчас пойдет хилиться. Иллюзия Винги бьет Бару, и все. Бьет она только того, кто тебя убил. Если бы била Феникса, было бы куда интереснее. Фейс Дриллер, спокойный тэп-аут. Хотя нет, Дизрапшн работает. Кондер, хорошая работа. Здесь еще и разбег от Бары. Никаких шансов для Тини нет. Попытался разобраться с вышкой. Увы, не видел телепортацию в Эрке. Увы, не видел двух подходящих суппортов. Хотя, кстати говоря, вард стоял, я не знаю. Немножечко провтыкал. Кого-то еще цепанули, это Hurricane. Ну, здесь бедняга гори. Здесь, бедняга, гори, ну не сгорай, но, к сожалению, тебя, скорее всего, спалят. Свап неплохой, по баре инициация, ставится яйцо, еще ультимативные оценки, абсолютно никуда. Ставится дизрапшн, попытаются дать тайминговый стан, хорошо, там еще Санрей, да. Здесь конечная. Урса влетел, хорошо, минус суппорт, раз. Краймор тоже должен отправляться в таверну, это двойное убийство для Рицу уже. И итоговый размен, 2 в 3, так-то неплохо.
Кто-то еще погиб. Погиб еще Рейзер от лап кровожадного Nothing to Lose. Лина ходит, Лина косит. Сейчас будут закупаться, будут вкладываться деньги, будут вкладываться все инвестиции в центре Варды, в покупку дастов, потому что контролировать передвижение Лины сейчас будет очень и очень важно. Иначе она просто, ну типа в соло забирает любого персонажа на карте. В теории. Там только у Бары. Хотя 1300 здоровья, тоже ничего особенного. Shadow Blade себе взял Бара. БТВ. На 10 уровне плюс 5 к броне талант. Тоже вполне себе ожидаемо. Shadow Demon до 10 добрался также. Плюс 30% к experience гейну. Ну да, второй талант. Альтернатива. Soul Catcher создает иллюзию убитой жертвы. Такая себе история. Очень и очень специфичная. Прям крайне редко вижу, чтобы кто-то брал. Да, на самом деле, в соревновательных, профессиональных играх никто этот талант не берет. Лина опять нашла наживу. Disruption должен работать, хотя не успевает. Нет, все-таки сейвит. Кондер пока получается помочь своему тиммейту. Но, к сожалению, догорает Miracle. Однако Nothing to Lose остается здесь же. Отправляет его Razer вместе с Shadow Demon'ом к праотцам. Будет гнить еще целую минуту в таверне. Ну вот Shadow Demon, да, как раз о том, о чем я говорил. Занимается вардингом. Имеется два центре варда. Нужно будет ставить их, нужно будет... Ой, достал или нет? Непонятно. Вроде бы нет. Или достал. Вот видите кружок, который стоит под вардом? Он... Радиус находится в первой половине, в ближней. Значит, скорее всего, не видно. Если он не прошел через середину, то не чекается. Просто невезуха. Просто тотальная невезуха сейчас Shadow Demon'у в плане этого варда. Так, ну что, Дайр здесь видит кого-то, видит улетающую Урсу, видит кучу врагов, уходящих отсюда. Разбег пошел, разбег по ЦМ-очке, ЦМ-очка очень и очень вкусно. Shadow Blade от Краймора есть, Винга готова сейвить в случае чего, стан полетел. Ну здесь бедняга должен отлетать практически моментально. Дожигают все-таки ЦМ-очку, хотя включается Шрайн, где суппорты будут драться. Это просто кровожадная битва против суппортов. Юля ЦМ-очку, не получилось нажать ультимативную, ставится яйцо, лететь сюда тоже не хочется. Такамура забирает все-таки ЦМ и... Брокаут, Брокбаткьют, тоже в таверну. Следом за своим напарником по позиции саппорта. Игра приостановлена. Какие-то проблемы у кэрри команды Монкаган. И в это время заходит на Рошана Урсевич. Видно это было или нет? Скорее всего нет, потому что обсервер стоит следующим образом. Вот такой вот небольшой сектор освещает. Здесь даже руны не видно, поэтому я думаю, что выход Рицу остался незамеченным. Он еще и ДД находит. Башер имеется, пока играет без... Морбит маски. Ну, в принципе, с таким закупом Морбит маска-то уже и нафиг не нужна. Вообще-то говоря, Лину бы сейчас главное не отдать. Диди ищет. Диди бежит. Рейзер с Юлами. Там, блин, вся команда с Юлами. Феникс Саша в планах покупка Алибарды. Диди с Юлами пока, соответственно. 13 уровень, на 10 плюс 200 к здоровью. У Shadow Demon все голо очень. Имеется только клок на повышение магического резиста. И... Так, нет, на тебя я уже наводил, дружище. Ну, здесь тоже без обновления. Взял себе Shadow Blade, такой ключевой артефакт на инициацию хороший. И пока на этом обновки Spirit Breaker все. И там какой-то масштабный смог. Там смог в 5. Troublemakers решают очень сильно перевесить качели в свою сторону. Весы этой игры. Шибе от Лины работает. Будет кого-то искать, пытаться рафармить. Здесь Диди понимает, Линка, что происходит. Просветил Диди, ну пошел не туда, дружище. Хотя ребята переключились в это время на кого-то другого. Это Miracle, подкидывают сюда контроля. Слишком много яйца пока нет. Да, суперновы, 30 с лишним секунд. Драться вообще не вариант, пытается с кем-то Урса разобраться, мы слышим воин рейджа. Стан полетел в Рейзера, дружище, ты никуда не уйдешь. Здесь еще похоронное дерево тебе сверху. Дуб прилетел прямо в лоб. И минус 2, замечательная смог вылазка. Получилось забрать двух самых сладких героев соперника. Ну, Феникс, конечно, тоже сладкий, но по нетворцам он пока на 4-м месте. Что, кстати говоря, дороже Рейзера. Рейзер вообще сейчас в печальном финансовом положении. Как будто на нем ипотека висит, или даже две. Всего лишь 7200 золота сейчас у него. И находится на 6-й позиции в общем рейтинге суммарно. Моментально после этой смог-вылазки до 3000 поднимает свое преимущество Troublemakers. Уже до 4. Вышка сломана и будет падать следующая. Будет падать следующая. Разбег работает на Лину. Досты используются. Сразу же видно Краймора. Хорошо. Главное, чтобы сейчас никто не связал. Рядом никого не было. Бара просто выиграл время. Дал понять, что мы как будто бы собираемся нападать. И вам лучше, ребят, бэкнуться. Ну, правда, лучше бэкнуться, потому что Рицу здесь рядом нет. Рицу далеко. Фармит энштов соперника. Хочет взять себе иммунитет к магии после Черного Короля. После Башера вообще сексуально. Вообще круто. На 15-м левеле взял плюс 16 к ловкости.
Краймор что-то бежал, передумал. Баш, если сработает, это будет конечно. Алибарду все-таки ловит от Феникса Уртевич. Сейчас будет информация, что этот артефакт у Феникса появляется. Кстати говоря, Алибарда крайне недооцененная история, по-моему. Я вообще поражаюсь, почему ее не собирают в каждом матче вообще. И в паблике, и в профессиональной игре. Потому что перезарядка, блин... Сколько перезарядка? 18 секунд. 18 секунд перезарядка. Ты практически полностью выключаешь ключевого дэмэдж-дилера соперника в большинстве случаев. Ну, по крайней мере, начиная с мидл-гейма, так точно. Ты полностью выключаешь персонажа, который бьет с руки, который вносит огромное количество физического урона в первую очередь. Там, естественно, останутся какие-то нюки, но это все вторично. Это и БКБ, и куча других историй. Ты можешь просто кого-то зафокусить, но когда... Ты прижимаешь алибарду в вражеского керри до использования БКБ. Вот как раз сейчас Урса обзавелся этим артефактом готовым. Это очень-очень руинит драку сопернику. Итак, видно кого? Видно Shadow Demon. Баш работает. Это моментальное убийство для Рицу. Превосходство уже у Урсы. И ребята пойдут дальше. Есть варианты забрать тир 2 вышки на боте и на топе. По объективам сыграть было бы очень и очень сладко. Мы видим, что пока в своем лесу всего лишь один бар такой окраинный. Довольно бесполезно стоит у команды Монкаган. И ребята по инициативе сейчас очень и очень сильно проседают. У них имеется хорошая способность, у них имеется алибарда, у них имеется супернова второго уровня. Готовая, кулдауна нет. Но если сейчас Феникс ошибается, попадает под какую-нибудь стан, под какую-нибудь баш, вообще под что угодно, то это конечное, как минимум в рамках драки, это как минимум вас нужно байбекаться Фениксу, а у него байбека никакого нет. У него 25 золота, да, право на выкуп, но получит он это золото или нет, непонятно. Миракл играет опасно, играет с огнем. БКБ уже есть у Бэрички. На 15-м взяла плюс 100 к урону от Power Shot. Максимальный дэмэдж хочет вносить по сопернику. Ну и пока... Так, здесь мы посмотрели, нет. Здесь плюс 50 к урону в секунду от Fire Spirit, кстати говоря, Феникс взял. Тоже игра очень и очень агрессивная. Ну, карта фармится. Всю верхнюю половину себе Troublemaker забирают. Не дают возможности никакой сопернику сюда выйти. Там вообще темно. Сейчас для Манки. Так, одну секунду, гайз. Сейчас я альтабнусь. Там один вопрос появился. Быстро очень, срочно. Да, все. Все хорошо. Прошу прощения. Монкаган вообще ничего не видит. Вся верхняя половина карты абсолютно темная. Темно. Печально, грустно на душе и непонятно, как начинать драку. Ребята в смоках выходят, да, ребята выходят в смоках, попытаются кого-то найти. Видно все-таки на боте фармящую Урсу. Если она там одна, это, конечно, замечательно, но она там не одна. Кончается прямо сейчас Аегис, и Рицу отходит назад. Ребята опять найдут, наверное, беднягу Харрикейна. Хотя Рейзер находит, пингует сюда, нужно, ребят, подходить. Дизрапшн будет использоваться, хотя Демоник Курши есть. Рицу пока бегает очень-очень медленно, башня срабатывает на Рейзера. Весь демо через Урсы высасывается, пока неприятно. В это время с Мириклом уже разобрались. Лина начинает косить все подряд. Она под дабл дэмэджем. Слишком много контроля. Нужно обязательно разбить яйцо. Урса бежит в его сторону. Урса по косолу бьет яйцо. Включается инрейдж. Разбивается так яйцо Феникса. Супернова. ГГВП, похоже. Минус 4. Конечная бара. Пока. Минус 5. Полное вытирание 5 мужчин. По карте Dota 2 от команды Troublemakers. И я думаю, можно как минимум идти хайграунд, можно разводить на байбеке, либо заканчивать игру. Ребята такие, окей, пойдем разведем на байбеке. А на какие байбеки? Ну, есть Феникс, окей, есть Рейзер, окей. Но после использования яйца, что один, что другой, будут абсолютно бесполезны. Была бы Веричка, была бы, ну, типа, еще какой-то презентабельный разговор могли организовать для своих соперников Монкаган. Но пока придется лишаться как минимум тир 3 вышки. Сейчас их немножко спасает глиф. Ребят пингуют, что надо бы, наверное, на хайграунд подойти. Особенно линии, которая колоссальное количество урона вносит. Ну вот сейчас все появляются. Наверное, стоит все-таки бэкнуться. Разбег по тине. Тине блинкаут, Shadow Blade. Его, конечно, будет видно. Но с бары, наверное, никто не успеет. Хотя нет, фейс-дриллер не знает, что по нему атака. БКБ включается от Миркла, пытается разобраться с вражеским суппортом. Брок аут кьют. Твап подсейвили, время какое-то выигрываете. Не уже в таверне. Под БКБ ВРечка, не знаю, что здесь с ней делать, ребята. И просто команда отойти, по всей видимости, была. Урса очень и очень далеко. Пока забирает крипов, пока повышает свой нетворс. Ну и Лина вместе с Цемочкой тоже отошли.
Темочка, вообще не понимаю, как выжила. Там все что-то решили смотреть вдруг и атаковать, съедать Vengeful Spirit. Все про Харрикейна забыли. И он просто остается здесь, поставит пару вардов. У него 6 центрей. Один был только что поставлен. И еще 5 в запасе. Кто пингует? Пингует Урса. А по какому поводу? Непонятно. Непонятно, по какому поводу. Урса, возможно, кого-то сейчас солд захочет забрать. Хотя это слишком... такая наивная игра. Там все-таки и БКБ уже имеется. Там все-таки куча подсейвов, куча юлов. Это слишком агрессивно. Слишком ненадежно. Имеется... Так, там кого-то контролит, что ли? Нет, показалось. Имеется Abyssal Blade. Имеется 22 уровень. На 20 плюс 16 к урону от Furious Vipes. Решил рассекать лицо сопернику по полной программе. Мы видим, что варды ставятся от Кендёха. Надеюсь, я по-французски правильно этот никнейм читаю. Расставляются в центре повсюду, потому что Лину хочется ловить, потому что хочется чекать соперников в инвизе, в невидимости. Там и Тини имеет Shadow Blade уже, поэтому... будет приятнее намного. Поэтому будет намного приятнее. Рейзер 16 на 15 плюс 7 к урону в секунду от Static Link. Ну, тоже намерен сосать прям по полному, прям серьезно. Из Урса дэмэдж. И обнулить показатель урона соперника. Самого такого дамажащего персонажа на данный момент, наверное. Все-таки побольше, наверное, дэмэджа Урса внесет, чем Лина. Обнулить урон этого персонажа очень и очень перспективно смотрится в целом для команды Монкаган. На топе может быть встреча. Встреча случилась, хотя нет, яйцо в последний момент нажимается. Там буквально 15 хп, наверное, оставалось. Возможно, пацан попадет в фейс дриллер. Нет, не попадает, не хватает ренджи. В спине с кем-то разбирается. В спине разбирается Алина. Разбирается с двумя корами соперников, включается БКБ, Демоник Пурча работает по ней, замедление очень серьезное, осталось среди врагов, дружище, беги, сейвите ее, пожалуйста, дэмэджа хватает, все-таки под БКБ Миракл с ним разбирается. Размен один в один, очень и очень невыгодный для команды Troublemakers, 80 секунд без своего мидера, в то время как Феникса на карте не будет, всего лишь 40. Фейс-дриллер проверяет Рошана, пока его нет, появится Камнеголовый через полторы минуты, не так уж и много осталось, как раз появится Лина, как раз прилетит, зафармит пару кемпов и уже время забирать Аегис. Напоминаю, что будет Рошан второй, поэтому там Аегис и сыр оставить. Ну, кстати говоря, Аегис оставить Лине, может быть, даже выглядит посексуальнее, потому что Урса всегда может нажать Enrage. Она всегда может поражать сыр в итоге. А для Урсы, учитывая ее прочность, учитывая наличие БКБ, две жизни, точнее, отхил сыра, это как вторая жизнь. А вот Лину потерять, так как она довольно мягкий персонаж в самом начале, было бы очень и очень неприятно. Ну вот ребята стоят, дежурят. Дежурить было бы... Нужно было еще 40 плюс секунд, поэтому Винга пока отходит. На боте цепанули дриллера. Ты, к сожалению, никуда не уходишь. Опять против четверых ничего сделать нельзя. У Тини посмотрим по XP. 18 уровень. В инвентаре Эхо Сабля появилось. И дальше планы на покупку МКБ. На миде Харрикейн улетает без проблем. Никак тут не цепануть Фениксу своего соперника. Юл был уже использован. К сожалению, Алибарда ТП не сбивает пока еще в доте. Ну, возможно, Айсфрог что-то такое придумает. Кстати говоря, хороший пауэршот тайминговый. Мирикл сейчас понимает, понял, что происходит. И вынудил Урсу из Рошпита уйти. Нужно как-то смочиться. Нужно как-то идеально делать там 1-2 фрага. Сейчас Troublemakers. И заходить на Рошана. Забирать Эгиду, потому что ни в коем случае ее сопернику отдавать нельзя. Урса 23-го скоро будет максимальный уровень. Собирает себе Линкин Сфера, чтобы в лицо Шейкл Шот и Дизрапшен и что-то подобное не получать. Да на самом деле что угодно, что он там задоджит, это уже неплохо. Кроме, наверное, разгона бары. Типа, Незер Чардж здесь не очень выгодный трейд. Если потратить Линкин Сферу на это... Ну что, центры везде, центры тут, центры там. Ребята занимаются войной вардов. По обсервингу имеется информация у ребят из Монкаган о своем шрайне. Если кто-то будет красться, они его быстро найдут и быстро съедят. А у Radiant Troublemakers пока стоит вард хороший на эншотах соперника. Вот после этого, после убийства этого стака поймет, скорее всего, Miracle, что что-то здесь не так. Хотя убивает слишком поздно. Если бы пытался дабл стакнуть, точно бы понял, что что-то блочит. Смока, Troublemaker, свап хороший, моментальный стан, и, дружище, ты отлетаешь. Минус Miracle, право на выкуп
нет у Верешки. Почему? Потому что не хватает опять 100 золота. Буквально копейки отделяют мидера команды Монкаган от возможности выкупиться. Поэтому придется просто отдавать Рошана, скорее всего. Да, здесь на самом деле никто вас и не спрашивает. 2 секунды, и Урса с ним разбирается. 2 секунды, и Урца с ним разобрался. Бессмертие все-таки для Алины. И сыр для медведя. Ребята пойдут на хайграунд. 50 секунд без Виндрейнджер. Очень и очень сложно сейчас будет защищаться команде Монкаган. Крипы подошли, бэкдор спадает, и атака по баракам начинается. Придется как минимум одну сторону отдавать. Фейсдриллер стоит с готовым блинкдаггером. Через 10 секунд готовым. И смещаются ребята на бот-линию. Урса забирает курьера, как удачно. Не успел посмотреть, что там находилось, но это уже супер неприятно. Сбивается вся история, сбивается невидимость, отсутствие информации по баратруме. Илина просто дает дэмэдж по баракам. Нужно ее, главное, сейвить. С даггера бы Тини вылетел, фейсдриллер. Даггер есть, стан пошел, стан по Shadow Demon, пока продолжения никакого нет. Глиф работает, 2 секунды. Ребята из Мокаган понимают, что нужно дождаться ВРшки. ВРка появляется, сейв. Урса хороший, пока на развороте не дерется Урса. Должна отлетать моментальный Magical Spirit, включается БКБ от Рицу. Яйцо не ставится, напоминаю, что яйцо есть, нужно будет его использовать. Тини стал хороший, по троим! Моментальный тимвайп сейчас будет! Монкаган в таверну, ГГ уже написал кондер, но Меркл попытается отойти. Бара выкупился, чем ты здесь, дружище, поможешь? Я не знаю. И Монкаган написали ГГ. Стан, Эвелинч от фейс-дриллера всю эту историю сейчас закончила. Поставил жирную точку хардлейнер команды Troublemakers. Главное строение Монкаган падает, и заканчивается первый сегодняшний матч. Друзья, подписывайтесь на социальные сети StarLadder, vk.com/sltvtour, youtube.com/sltvtour. Там размещаются записи всех матчей. Для вас комментировал Юнит. Огромное спасибо за компанию. Всем всего доброго. Так.